переведен в Бусоль. Я Рига, да. Совпадение. Пацаны, лопата 200. Франк, берешь людей, надо в контрольную точку между пятиэтажками, чтобы ни одна мотоложка не вскочила. Я думаю, они опять будут делать пролом в стене. Твоя задача — укрыться от акс. Заебали они уже свинья. Блядь, да что они жрут такое, я не пойму. Прут как роботы. Мурат, они два здания взяли, мы мордуть не успели. Тебя это не пугает? А мне некогда пугаться. У нас пятиэтажка сосредит там. Ты же видишь, что они могут как мухи за них уделать? Бери людей и выдвигайся на позицию. Ручей Бурану! Ручей, да. Ручей! С людьми, которые засели в пятиэтажке, свет... Буран, ручью, не прошло. Повтори, как принял. Повторяю, с людьми, которые засели в пятиэтажке, связи нет. Потом хуярят таксами. Где твой хваленый резерв? Резерв подходит, двумя БМП сейчас помогут. Буран, Саймону, резерв в районе рынка, нам куда выдвигаться? Саймон, ты там дрочишь, что ли? Плюс, пока сам можешь подрочить. Контроль! Чисто! Рига Вескеро! Я Рига, да. Через 5 минут подходящие силы противника будут в районе рынка. Брат, муравья, подымай! Найдешь кого-нибудь, передай им от меня такой привет, чтобы они там все охуели. Вас принял. Рынок в зоне действия АГСов. Я вызываю Вивальди. Вивальди принял информацию? Вивальди информацию принял. Ручей, наука выходит на тебя. Наука, я ручей. Ручей, я готов к работе. Ты бы знал, как ты вовремя. Сейчас я тебе пришлю координаты. Нужен заградительный огонь. Работаешь с комаром. Принял. Да понял я, куда работать надо. Эфир слушаю, уже в курсе, что два здания проебали. Давай третье не проебем. Начинаю работать, пусть комар смотрит, дает корректуру. Основное направление тоже. Левее 0.35. Прицел 145. Заряд третий. Всем минометам навестись, о готовности доложить. Есть ли готовности доложить? Пойдем, заряжем. Огонь. Огонь! Огонь! Отлично легли. Продолжаем в том же духе. Насыпает та же батарея. Дальше идти не можем. Белым было мало просто выполнить задачу. Ее необходимо было выполнить точно в срок. Группа полигона должна была захватить 4 здания за 2 часа. На 7 часов утра намечался боевой вылет штурмового самолета Су-25. В реальности задача была сложнее. Все здания надо было зачистить за 90 минут. Тем самым давая возможность наводчику определить цели и передать координаты авиации. Если бы здание было захвачено на час позже, в этом бы уже не было никакого смысла. Абрикос, срочно! БПЛА на миномет противника. Где Зодиак? Зодиак на марше двигается к ангару. Зодиак, устой. Уточнить, есть ли минометная батарея в зоне его поражения? Зодиак, вот шепота, стой. Колония, стой!
Зодиак, уточни, там минометы проснулись, кажется, те же самые. Так мы же их разъебали. Нет, они опять работают. Они у тебя в зоне поражения? На пределе. Бегом! Бегом, бегом! Развернуть орудие! Стоим! Походу, они хотят, чтобы мы все здесь сегодня сдохли. Есть курить? Спасибо. Зодиак, я над целью. Координаты те же. Основное направление 29-0. Угломер 29-72. Заряд полный. Прицел 980. Второму, третьему, основному по одному огонь. Третье готово. Огонь! Огонь! Переводим минометы в режим накола. Ускоряемся. Идем! Идем, готов! Выстрел! Поддержка! Поддержка! Стой! Твою мать! Да ну нахуй! Куда вы встали? Им уже не поможешь! Работаем дальше! Науки. Вы какого хера рту не убрали? Херачит с того же района! Какого хуя мы тут ебашим за всех? Наука, давай без паники. Что без паники? Мы тут подышаем за всех, пусть боксер работает. Хули он сидит там в своей тетке? Успокойся, у нас птичка там не летает. Попробуем бикюшку развернуть. Да вы хоть хуй свистите! Только давите этих уродов! Буран Саймону, резерв в районе рынка. Нам куда выдвигаться? Мы на первой точке эвакуации. Давай подходи ко мне и разберемся. Давайте в укрытие! Нечего здесь отсвечивать! Первый расчет правее! 003! Больше 6! Второй расчет, красавчики! Вивальди, отлично кладете! У них там, блядь, дискотека полным ходом! Да. Заведем заряжен. Заведем заряжен! Огонь! Огонь! Ура, Саймону! У нас прилет из 120-х! Много 200! Огонь! Огонь! Азимут 180! Удаление 2 км! Как принял Буран! Мы сейчас еще одно здание проебем. Комар, найди мне твари, которые наш резерв расхерачили. Пусть по ним 240 отработает. Командир, это нелогично. По таким целям, таким калибрам не работают. Это как муху кувалдой лупить. Да во всей этой войне нет никакой логики. Приготовить оружие в боевую готовность. Командир, у нас доклад с БКУ. Удалось засечь, откуда по науке работают. Срочно данные боксеру. Плюс. Плюс. Огонь! Огонь! Огонь!
Огонь! Выстрел! Судя по полученной информации, единственная ТЭЦ, из которой могут работать по зодиаку, вот это, в 20 километрах. Ну, а если они не на самой ТЭЦ, а рядом? Уточнить мы этого не можем, поэтому будем накрывать весь квадрат из РСЗО. Скажи, чтобы БК не экономили. Угломер 54-25. Угломер Так и будем сидеть. Под мины никто не полезет. У нас задача. Через час человек должен дать координаты целей. Ждем 10 минут. Если артиллерию не подавит, выходим. Под мины вы не полезете. Добро. Первый расчет. Правее 10. Больше 20. Огонь! Сюда! Быстрее! Быстрее! Сюда! Давай, 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 давай! Блять, вы что там жопой слушаете? Я же сказал, вправо! У вас влево летит, проверьте угломер! Рига, да что не так, все четко. Угломер правильный, уровень по нулям. Расчетом стоп! Ждите! Три минуты, дай. Метео поменялось. Тишина! Каждый артиллерист при стрельбе из любого вида орудия должен учитывать метеообстановку, скорость и направление ветра, атмосферное давление, осадки и вовремя вносить необходимые корректировки. В противном случае точность стрельбы можно забыть. А кто первый попал, тот остался жить. Пока. Это наш шанс. Пролом делаем? Нет времени. Готовьте дымы. Полигон решил воспользоваться шансом, который дала ему погода. Пока командиры батареи меняли метеоустановки, белые пошли на штурм третьего здания. Буран, они походу выходят.
палтус, это пиздец! Это артерия. Братан, давай перетяну. Забей! Вчера ты не сделаешь. Поликом Вестеру! Мы застряли! Очень плотный огонь! Принял! Черт! Гранату дай! Палтус 200. Полигон Вескеру! Нам не пройти! Принял. Бегом! Бегом! Держу! Пошел, пошел, пошел! Рассеивание. На кредитуру почти не отвлекаетесь. Проверь установки. Дело не в установках. Одно орудие ползет, второе сейчас накроется. Наводчики контуженные. И все это под прилетами. Зодиак, они работают. Их надо въебать. Принято. Ты спотыкаешься. Так, ключ. В чем дело? Ты чего не сказал-то, а? Работать кто будет? Парни, готовим ключа к эвакуации. Быстрее! Зодиак, валить отсюда надо, разъебут нас тут. Да ты не ссы, они же не знают, где мы, работают по площади. А то бы давно ёбнули бы. Зодиак, есть цель. Давай три беглым огонь. Основному орудию! Навестись, доложить! Наведем готов! По готовности один... Чё замерли? Огонь! А вот и соточка. Расчетом. Работаем до последней мины. Хули.
Куля, ты встал, блин, на позицию. Минометная батарея уничтожена. Зодиак, спасибо за работу. Принято. Шепот. Зодиак, бросай орудие и уходи. Ни хрена. Буду уходить с орудиями. Блин. Что? Хватит с нас на сегодня. Поехали домой. Чей боксеру? У меня БК заканчивается. Боксер, успокойся. Час назад тебе машину с БК отправили. А, походу, не доехала. Я так долго работать не смогу. Работай до последнего. Минометные батареи и АГС противника. Пускай работает 240. Их сложно будет достать. Есть. Что у нас в итоге с резервом? Саймон сказал, что их осталось всего 6 человек. И они идут к Бурану. Белые не знали точно, где располагается 152-миллиметровая батарея желтых. В любом случае, для того, чтобы подавить орудие, нужно было что-то еще более дальнобойное. Поэтому было принято решение использовать реактивную систему залпового огня «Ураган». Одновременно минометная батарея «Белых» под командованием «Риги» остановила подход резерва «Желтых», который спешил на помощь «Бурану». Неся большие потери, «Желтые» решились на предельно жесткий ответ и подтянули «Тюльпан». Миномет калибром 240 миллиметров. Огонь! Правее 0,50! Больше 40!
нас обработали. 240. Минометы противника уничтожены. Следующая цель — АГСы. Навестись. И доложить. Командир расчета из батареи Риги вышел на связь. 7200, включая Ригу. 13300. Возможно, отработали из 240 миллиметров. И с Вивальди нет связи. Походу, у нас больше нет Вивальди. Свяжись со Шмелем и с полигоном. Доведи дополнительную цель для авиации. Калибр 240 миллиметров. Есть. Мрамор, собирай эвакуационную группу и медиков. Нужно узнать, что с Вивальди. Стелец с парнями наверху их задержит. Сейчас пройдем через подвал, выйдем к ним в тыл, возьмем их в клещи. Смотрю, вас тоже неплохо взъебали. Да нас, похоже, всех неплохо взъебали. А камыша зачем с тобой принесли? Вообще-то 2 минуты назад живой был.
Водки и сигареты. Что, вся вода, которая осталась? Бурас следу! Бурас! Не прошло! Повторяю! Мы тут едва держимся! Все прошло. Слушай меня внимательно. Отходите к девятиэтажке, закрепляемся там, как принял. Плюс! Ранг, перемещаешься на правый фланг. Как только группа стилета с бойцами выскочит из здания, кроешь все, перекрываешь все выходы, чтоб ни одна тварь не проскочила. Плюс, все слышали? Уходим. Сука, еще задание прослали. Ничего, они у меня у девятиэтажки пизды отвадят. Пошли. Понял. Антей Стилету, выходите из подвала, мы уходим в девятку! Антей, ты там не только ослеп, но еще и оглох! Уходим в девятку, поднимайтесь! Плюс, я Антей. Приятно побыть Антеем. Лепый, что там? Принял, идем в девятку! Плюс, я Стилет, мы выходим! Парни, пошли! Леший, не стреляй, свои! Выходим! Леший, контроль! Выдвигаемся! Только поторопитесь, есть шанс зайти на плечо! Вперед, 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 вперед! Пошли, 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 пошли! Свои, стрелят! Свои. Свои! Иду! Проходи быстрее. Воу-воу! Ты ебанулся, что ли? Твои! А видите, что вы? Я тебя пришлю еще! Брат, контузия! Оставь! Эй, с чемоданом! Стоять! Они в здании! Повтори. Повторяю, готовим здание! Тут же здесь! Плюс. В смысле здание? Они что, невидимки? Ранг, ты сейчас запятисотился? Ранг на позиции. Все к девятке. Все ко мне. Плюс. Уходим! Мы уходим! Давай, давай, давай! Пошли! Кид Бурану! Держать оборону! Сейчас мы их подожмем снизу. Плюс. У них что там, блядь, телепорт? Кид, свои, топот! Кид, да! Там сгульки-то хуй осталось.
Веселее, братва! За мной! Шеф! Нельзя отдавать им здание. Знаю. Никто его и не отдаст. А если Буран не справится, что будешь делать? Есть другие способы. Пускай Буран докладывает о каждом своем шаге. Леший, остаешься здесь, прикрываешь пацанов. И чтобы ни одна, блядь, не просочилась, понял? Принял. Так, держись, держись, братан. Яйца на месте. Подорожник. Я держу на улице, ты здесь. Давай. Ну, это не точно. Ничего, нынче медицина чудеса творит. Держи сам, держи. Я Сопот! Два этажа за ними! Все на шестой этаж! Двое! Вход! Контроль! Время было на исходе. Отряд полигона, не считаясь с потерями, пробивался наверх. Бойцы желтых, защищающие здание, оправились от первого шока и стояли до последнего. Одновременно командир отряда желтых «Буран» с остатками резерва уничтожил командира группы белых «Лешего» и зашел в здание, чтобы атаковать отряд полигона с тыла. Таким образом, отряд белых оказался зажат между двумя группами желтых. Как в тисках. Граната! Граната! Вы что, не война, хватит?
Задом! Задом! Да! Варну рвануть снизу сможешь! Да, блядь! Делай! Третий 49-й вышки. Взлету готов. Цели пришли? Цели нет. Я вышка. Пан выходил на связь? Пан на связь не выходил. Да блять. А? Это, сука, да где ты? Ладно. Задон, что по взрыву? Работаю, блядь. Давай, братик, без тебя нельзя. Вескер, ты как? Жив пока. Крой! Сам! Держу. 300, повнимательней! Держи! Идти можешь? Всегда. Вот сука, а? Такой подарок сломал. Вперед! Thank you.
Выходи! Выходи! Решаю выскочу! Притих, сука! Патроны кончились! Проверь, блядь! Слушай, сюда! Оружие бросил, руки в гору и ползком ко мне! Не для того мой дед до Берлина дошел, чтобы я тебе сдавался! Нахуй пошел! Ну, как скажешь. Вот причина, почему данную операцию необходимо было провести в конкретные сроки.
Захватим здание раньше или позже срока, и противник неминуемо разрушил бы его с помощью крупнокалиберной артиллерии или танков. Даже если бы авианаводчик успел установить местоположение целей, противник передислоцировал бы артиллерию в другое место, не дожидаясь, пока по ней отработает штурмовая авиация. Чтобы стереть здание, подобное этому, с лица земли, танку достаточно 10-15 выстрелов. Желтые не хотели тратить время. Пригнали сразу два танка. Но танк белых их ждал. Готов к работе. Мамонт-2, Мамонт-1. Плюс. Казбек, тормози. Ликан, цель. Огонь! Шепот локомотива. Один вражеский танк уничтожен. Шепот. Там вышка на связи. Пилот к взлету готов. Пусть взлетает, координаты будут. Вышка мрамору. Как слышите? Мрамор, вышки. Жду координаты. Да, координаты будут. Мрамор, вышки, взлетают. Наконец. Наблюдай там в белых. Огонь! Есть огонь! Так, у нас защита сработала. Откатываемся. Мотор к локомотиву. Прикрой меня. Уже! Наблюдай БМП белых. Направление 5 часов. Огонь! Танк белых уже ждал врага. Силы были неравны, но командир танка «Локомотив» об этом не думал. Он хотел отомстить за друга. Получи, тварь. Это тебе за Шумахера. Еще заряд. Бей стену над ним. Похорони его. Наконец. 249-й, я Шмель. Наблюдаю скопление 333. Готов принять почту? Я 249, да. 333, 7, 4, 9. 0, 20, 3. 8, 7, 6. 4, 1, 2. Шмель, я 249, 333. Почту принял. 249-й, готов принять вторую почту? Я 249, да. Наблюдаю 1-4-4. 7-4-2, 9-1-2, 4-3-2, 5-6-8. Вторая почта, 4-4, да. На 3-3 будут через 1-20. Разрешите 3-7. 3-7, да.
Цель поражена. Цель поражена. Возвращаюсь. Вескер, мы отработали. Задача выполнена. Шмель шепоту, что с группой? Вескер 200. Остальные что? Никого не наблюдаю. По-моему, все погибли. Понял тебя. Возвращайся в точку эвакуации, там тебя встретят. Я шепот. Полигон! Полигон, ты как? Тише, тише, тише! Живой! Нормально. Шепот, шепот! Нормально. Полигон жив! Срочно нормально. Необходима эвакуация! Нормально. Принял. Ждем. Задача была выполнена, и цели уничтожены. Но ситуация не сильно изменилась. Противник сумел вовремя среагировать и отступить на заранее подготовленные рубежи, не допуская прорыва фронта. Потери в артиллерии противник восполнил за счет резервов. И уже через день крупные калибры продолжили терзать наши позиции. Несмотря на потери, мы готовы были идти вперед. Противник готов был к упорной обороне. Добро пожаловать на передовую. Именно здесь пишутся самые важные страницы этой войны. Именно здесь выковывается наша победа. Хочу отметить, если вы считаете себя мужчинами, то именно здесь ваше место. Вас ждут испытания, достойные настоящих мужчин. Здесь вы заслужите почет и уважение. Ваши дети, ваши внуки будут гордиться вами. Представляю вам вашего командира. Позывной полигон. Приветствую вас, бойцы! Знакомиться будем в бою. Все детали поставлены перед нами. Боевой задачи доведу до вас позже. Выдвигаемся в 4 утра. Выступаем в 4 утра. Героям слава! На следующий день начался новый бой. И так каждый день, день за днем. У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с Родиной. С совестью. И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад. Но в аду мы будем лучшими. Лучшее в аду.